Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели очередное дистанционное заседание политического совета, на котором обсудили вопросы, связанные с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Депутаты-единороссы проводят информационные встречи с трудовыми коллективами и жителями, разъясняя особенности процедуры голосования и суть вносимых поправок. Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Андрей Иванов, поручил активизировать эту работу и взял исполнение на личный контроль.